Самый дорогой в мире стейк. Вы удивитесь, но самый дорогой стейк могут приготовить только два повара в мире. Производится он из ребрышек Côte-de-Bœuf 2000 года забоя. Продукцию для гурманов поставляет французская семейная ферма Полмар. Для этого блюда специально выращивают быков породы Blond Aquitaine. А для хранения стейка используется специальная технология, при которой мясо замораживается с помощью мощного потока ледяного воздуха. Во всем мире существует не более 100 ребрышек Полмар, стоимость которых составляет $3200.